Российские соотечественники разрушают шаблонные утверждения о том, что семья может не одобрить решение сына, дочери, сестры или брата переехать в другую страну. Есть немало случаев, когда вся ячейка общества уезжает за бугор, а кого-то сменить локацию вынуждает работа. Видеоблогер Анна переехала в Палм-Харбор, небольшой городок штата Флорида, вместе с мужем и дочерью. Она работает в детском саду и периодически записывает видеорассказы для своих подписчиков, в основном о месте ее проживания и американских праздниках. Итак, почему мы выбрали именно Палм-Харбор? Дело в том, что нам хотелось жить поближе к морю, к океану. Во-первых, потому что муж мой обожает рыбачить. Во-вторых, потому что нам хочется как можно чаще ездить на пляж. А чем ближе он к нам находится, тем чаще мы туда, естественно, попадаем. И в-третьих, чем ближе вы живете к воде, тем прохладнее вам будет. А летом это немаловажно, учитывая, что лето здесь большую часть года. Это очень приятный фактор. Потом нам нужно было найти хорошую школу для Алисы. И мы ее, естественно, выбрали. Ну и, конечно же, безопасность того или иного города нам тоже не безразлична. Ну и, в общем говоря, в Палм-Харборе сошлись все три составляющие, которые нас интересовали.